Здравствуйте, дорогие жители Ферропонтики, дорогие друзья. Поздравляем вас с праздником, желаем всем жителям всего-всего самого лучшего. Здоровья, счастья, мира, благополучия в каждом доме. Рената Георгиевич просил тоже передать вам самые теплые поздравления, низкий поклон. Мы знаем все, что Ренат Георгиевич Усатый очень любит Гагаузию. Мы тоже ее все любим. И мы чувствуем вашу ответную любовь. Спасибо вам за это. Мы сейчас занимаемся выборами, много ездим. Вчера была у нас встреча в Камрате, сегодня в Чедерлонге. Очень хорошие встречи, очень нас тепло принимают. И мы чувствуем вот эту боль и гагаузского народа, как и всего молдавского народа. Жизнь у нас тяжелая, все мы хотим ее изменить. И выборы, которые будут 30 октября, они дают такую возможность. Наша партия, она действительно выступает за реальные, а не какие-то такие нарисованные, фальшивые перемены. Мы идем на эти выборы с проектом указа номер один президента о распуске нынешнего парламента. Мы считаем, что этот парламент должен уйти, должны прийти к власти другие нормальные люди, которые начнут наводить порядок в Молдове, в Гагаузии, в Молдове, включая Гагаузию, и проводить политику, которая бы была на благо людям. Мы по всей Молдове и здесь мы видим, как много наших соотечественников, родственников, односельчан уезжают, как тяжело живется пожилым людям. И наша цель поменять это. Поменять, есть у нас план, и мы его реализуем. Еще раз поздравляю вас с праздником. Спасибо вам за приглашение. Всего-всего вам самого хорошего.